руку помощника. Ну и далее уже пенальти реализовал у Ливеркузена. Хавьер Эрнандес, да, Чичарита. Новичок, мексиканец, но ему доверяют бить 11-метровый удар в Лиге чемпионов. И он не сплоховал. 1-0 впереди команда Роджера Шмидта. Байер распечатал ворота Войцеха. Да, ужасное начало для Ромы, потому что нашего онлайна ни в коем случае Роме сегодня проигрывать нельзя. Еще раз смотрим, как Чичарита пенальти реализовал. Все грамотно. Как минимум не проиграть. Однако Байер здесь мяч перехватил. Прекрасный пас на Чичарито. И далее со второй попытки мексиканец удваивает счет. 2-0 впереди Ливеркузен. И дубль великолепного форварда из Мексики Чичарито. А Нобеля, скажи. Поле мяч потерял. И далее вот здесь абсолютная катастрофа. А это второй номер. Энтони Рудигер. Но бил. Лена, нормально. Кулаком повыше. Тарасидис, момент! И Деросси, это Даниэле Деросси забивает мяч в ворота Ливеркузена. Выдохнул Руди Гарсия. Так поспокойнее. Хотя бы 1-2 горит Рома. Деросси во втором матче против Эмполи. И здесь Нобель. Да. Но это знаменательное событие. Это первый гол гостей. Ты хочешь отметить? Ну, конечно. Это был штрафной, прошу прощения, но неважно, стандартное положение. И снова сыграл хорошо кто? Деросси. А скажи, пожалуйста, Нобель, а когда Рома забьет с игры? Да я думаю, их так пока все устраивает. Бедром, коленом отправил мяч в ворота Берна Лена. А я вот не понимаю, почему игроки Байера в Рома в своей штрафной. Но Рома здесь, будем считать, вернула должок за неназначенный пенальти. Там не было офсайда, он был пассивный. There is the free kick, and Bayer Leverkusen will feel they're unlucky. But there was nothing lucky about the execution. Breathtakingly good. These are the kind of performances that ignite a season. Jovinho was onside. Roma looked dreadful and disheveled and completely out of it. But now, well, it's just glorious. Jovinho for Falke. It may yet not seal it, but it feels like it will do. Boy, did he pick his spot. Isn't the goal of the game? They led 4-2, and suddenly, with 4 minutes left, the home side still believe. Inspirational, riveting, and truly inexplicable. Wendell got wide and